Да, и макароны захвати. Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин. Друг! Этот козёл-то с дырочком там, что ли, остался? Пошли, пошли! Мы, наши туристы, отстали от группы! Ну так получилось. Котёл! На, ни одной буквочки, ни одной май-ин. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. Посольство мы не понимаем. Ты цак быстро вставляй. Ты под цак, и он под цак. И перед нами, чутланами, должны делать вот так. Ну что ж, уважение к присутствующим дамам. Клади-ка все, получишь гравица. Пойдем покажем моими чутланами. Ну, проверим. Надо снова проверять. Ну, проверяй. Сейчас. А он жадный, как все чутлане. Надо бы чё-то дешевле. Чу. Спички стоят. Две копейки коробка. Кашу жрали, воду пьете и бандура. А скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрет. Ну и зараза же ты, родной. Он хуже. Он просто пьет. Спишь? Народу нравится. Дам пиди пиди дим пиди пиди дам пиди пиди дим пиди пиди дам дам дам. Прораб. Скрипач не нужен. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Дышите. Знаешь что, ищи себе другой ансамбль, дядя. Ты чего довел планету, этот цигляр? Пожре! Вы взрослый человек. Гедеван Александрович, вы проучились один семестр и исчезли на годы. Мы бедные, несчастные, голодные артисты. Ну что мы вам плохого сделали? Что вы нас преследуете? Дядя Вов, давай еще. Нравится. Понимается. Это же последний выдох. Магнит. А ты говоришь цаку. Женщину вынули, автомат засунули. Спокойно! Стоять! Я очень люблю, Люся. Я на переорбите твоей планеты. Люся! Фух-ка! Ты слышишь меня? Это я! Мама, мама, Люська с Манойкиным перевезли. Ты скрипку склей и песни пой. Ну разве можно так нажимать? Я вас еле нашел. Автоматчик. Всем пацакам надеть намордники и радоваться. Мы в планетарии это узнали. Иди, а то сейчас я маску сниму и надышу вам тут. Фу! Фу! Скрипач. Дядя Вова. Скрипач. Дядя Вова. Буду делать.